расскажите, есть звезды в будущем? Пожалуйста, 91 человек. Все? Конечно. Вы какой-то очень жесткий тренер, мне кажется. Каждый... В футболе каждый сам себя считает звездой, нет? А вы считали тоже? Ну, если ты в футбол умеешь играть, хоть чуть-чуть по мячу, то ты звезда. Вы очень жесткий тренер. Ребята говорят, как с ним можно работать. Как кто это сказал? Ну, я вам потом расскажу. Быстро, быстро говорю. Все живы, да?